Высоко в Альпах скалистый рельеф круглый год покрыт снегом или льдом. Крупные ледники покрывают обширные пространства на больших высотах. Немногие животные или растения способны выжить в таких условиях. Альпийский козел на своих крепких ногах может бегать по ледяным скалам, не соскальзывая, и он защищен от холода своей толстой шкурой. Вода от тающего снега стекает вниз по ущельям, высеченным в скалах за тысячи лет. Талая вода питает крупные европейские реки, включая Рейн и Дунай.